Ladies and gentlemen, we continue our marvelous conversations with Professor Елена Александровна Зайцева about folk music and not only. We put folk music in the context of culture, history, academic music, all kinds of musics. So I'm very glad that we continue and we switch to Russian language again. By the way, it's a good opportunity for you to learn some Russian. Well, so as always, we promise eventually to provide subtitles in English. Дамы и господа, мы продолжаем нашу замечательную серию бесед с уважаемым профессором Еленой Александровной Зайцевой о фольклоре и не только, но и о других вещах, связанных с фольклором. Мы пытаемся вставить фольклор в контекст культуры, истории, академической музыки и всего другого. А нашим английским слушателям я пожелал изучить немножечко, хотя бы немножко русский язык, чтобы понимать, о чем мы тут говорим. Вот. Здравствуйте, дорогие друзья! Да. Ну, давайте начнем беседу. Лен, мы хотели поговорить о интервалах, да, немножко сегодня. Мы хотели, как ни странно, в прошлый раз поговорить о квинтах и октавах. И если мы, да, если мы подумаем исторически и хронологически, разложим это, начиная от античности, то мы поймем, что обертоновый ряд, он и начинается с октавы и квинты. И это существенная часть гармонии земной и небесной, ибо эти обертоны легко извлекать и на травах, которые пустые внутри, на полых травах, на инструментах. Эти квинты становятся основой различных музыкальных произведений, как фольклорных, так и не только. Но и квинта, и октава – это очень коварный инструмент, ибо он абсолютно разный на музыке инструментальной, и в музыке инструментальной, и в музыке вокальной. Вроде все так просто. Та-та, та-та. Вроде нота вторит ноте. Но если задуматься, за этим стоят целые эпохи, целые концепции. В частности, Сокальский, исследуя русский фольклор, он делил на определенные стадии периоды развития народной музыки и говорил, что существует эпоха кварты, эпоха квинты и эпоха терции. Эпоха кварты – это то, что укладывается в кварту. В России сейчас идет Масленица, и вот знаменитая масленичная песня: «А мы масленицу дожидаем, дожидаем душе, дожидаем». Она вращается в пределах кварты, и эта песня древняя. А вот эпоха квинты, она относится скорее к периоду 14-16 веков, когда Россия собиралась, ее собирал Иван Грозный, формировалось так называемое русское централизованное государство. И тогда многие песни появлялись именно в квинте. Прежде всего, кульминация русского фольклора, о ней шла речь в прошлой передаче, это лирическая протяжная песня. И тут нельзя не вспомнить песню Аграфены Ивановны Глинкиной, которая называлась «Горе мое, горе». Горе мое, горе, горюшка большое. А как этому горю родна матушка пришла. И дальше рассказывается о неком разговоре дочери с матерью. Ну, естественно, этот разговор длится и до гробовой доски, и после гробовой доски. Вот. Но вот эта квинта, в которую вбирается очень красивый архаический напев, она выходит за пределы фольклора и проникает в композиторскую музыку. В частности, мы все слышали со школьной скамьи о том, что квинта – душа русской музыки. И для Глинки, который по месту рождения был соседом Глинкиной, точнее Глинкина, соседкой Глинки, потому что она родилась позже. У Глинки это Новоспасская, Ельнинского района, а у Глинкиной это село Деденки, Монастырщинского района Смоленской области.
И у Глинки квинт очень много. Родина моя, русская земля. То есть очень квинта интересно. В его произведениях слышна. Да-да-да. Но... Лен, я хотел бы чуть-чуть вторгнуться в замечательный разговор. А ты знаешь, я в своей книге о Рахманинове, ну, я немножко, наверное, утрировал, сгустил краски, как говорится. Я вообще разделил вот это вот вторжение квинты как какую-то вестернизацию, что ли, я не знаю. Потому что квинта – это уже такая европейская музыка, основанная на трезвучии, на всем. А вот у Рахманинова есть... мои студенты очень полюбили это, особенно пианисты. Они не понимали, как надо... вот я вот просто... ну, как-то очень плохо, конечно, будет слышно. Это вот этюд картины «Мимоль минор», знаменитая. Я в своей книге написал, что это должно быть так. То, что здесь появляется трезвучие. Это просто дань. То есть, на мой взгляд, Рахманинов был, находился между двумя культурами, да, такими, ну, как великие композиторы прошлого. Бах тоже был между двумя периодами, культурами. И вот, с одной стороны, была русская квартовость, квартовость, которая связана с обиходным звукорядом. Я понимаю, что еще это все в работе. Можно еще это переосмыслить, переделать. Вот. А квинты – это уже, как сказать, такой ветер извне. Потому что это уже другая система, это древнегреческая система, какая-то поздневизантийская, не ранняя византийская, а поздневизантийская система, вот эта вот квинта, это уже то, из чего можно сделать трезвучие, это вот интервал перфекции, это совершенно другая поэтика. А вот то, что ты говоришь, в 14-15 веке в этом слое народных песен появляется квинта, это же очень интересно. Дело в том, что Иван Грозный, это он был великим музыкантом, я так его понимаю, как... Стихиры писал, да? Да-да-да, он был очень хорошим до своего времени композитором, был человеком очень такой нежной, душевной психологической организации, вот, и в контрасте с его кличкой, которая, кстати, не должна переводиться как terrible, на английский язык переводится Ivan the Terrible. Terrible – это ужасный, а Грозный – it's mighty, powerful. Так должно было перевести. Ну, бог с ним, ладно, как перевели, так перевели. Но то, что ты говоришь, что в это время как-то русская народная культура и в это же время распевщики как грибы в лесу стали расти, да? Да, да, да. И распев стал многоголосным к этому времени. Да. О, даже у многоголосия, да. Это уже потом уже идет в протест. Там уже другие какие-то принципы. Вот я читал у Келдыша цитаты из Мезенца, из азбуки, что там Мезенц жаловался на пятилинейную нотацию, на все это. Он говорит, это ужасно, это уничтожает тонкость нашей музыкальной организации, гибкость, тонкость всего этого. Поэтому с этими интервалами, с этими эпохами, которые ты предложила, вот, по-сокальскому. Это не я, это Сокальский. Это по-сокальскому, да. Связаны целые другие там какие-то комплексы художественных, смены художественных средств, что ли. Очень интересно, Лен. А как ты можешь объяснить тогда эту квинту? Ну, квинта – душа музыки, она с Пифагора – душа музыки. Как так получилось, что сначала была кварта, а потом квинта? Ты можешь немножечко как-то разъяснить? Да, с удовольствием. Да. Понимаешь, причем, значит, квинта, кварта была основана прежде всего на трихордовых попевках. Да, трихорды. Та-та-та. Ну смотри, но трихорды есть и у славян, трихорды есть у афроамериканцев. Более того, если мы с тобой возьмем ту-ту-ту, ту-ту, ну там дальше другой будет уже напев. Да-да-да. Мы получим Smoke and the Water, да? И кварта, она была обусловлена этими трихордовыми попевками, но ведь если ты возьмешь любые негритянские мелодии,
их удобно петь. Их удобно петь. А квинта, она говорит действительно уже о ином уровне развития музыкального мышления. Это какая-то эволюция, да, Лен? Это эволюционный процесс. Это, вот... это эволюционный процесс от модальности к гармонии и к тональности. Потому что вот то, что я напела у Глинкиной, мы находим в хорошо темперированном клавире Баха. Конечно, и ре диез минорная фуга. Ре диез минорная фуга. Вот. Знаешь, очень интересно по этому поводу. Я читал у Христофора Кушнарева, у этого великого нашего учителя контрапунта, ученика Глазунова, вот такого очень известного человека, которого, к сожалению, на Западе не очень хорошо знают. И вот он воюет с учебником Фукса, который очень такой схематичный, такой, ну, на самом деле, очень много стрел выпущено по этому Фуксу уже. Он говорит, главное, чего там не хватает, что полифония – это народное пение. Правда, да? Это очень красиво, очень красиво. Подумаешь, как немцы, да? Это же немец сочинил. А там не только это. Вот это же тоже... немножко хроматизировано. Народная песня бывает и хроматическая, не обязательно ангемат. Но ты не забывай, что квинту очень удобно было извлекать на волынках, на колесных лирах. Потом квинта – это основа всех струнных инструментов. Я имею в виду скрипки, альты, виолончели. Контрабас бывает квинтовый, бывает квартовый, даже с терцией. Но скрипки, альты, виолы, да, и виолы да гамба, они строились на квинте. То есть это, ну, это процесс соединения изыскания музыкальных и изыскания технических возготовлений инструментов. И от этого уйти никуда нельзя. Да, конечно, и конечно. Если ты кварту будешь заполнять, ты иначе ее никак не заполнишь, как тритоном. Не тритоном, а трихордом. Да. То есть терция плюс секунда или секунда плюс терция. А квинту ты можешь заполнить очень по-разному. Ты ее можешь заполнить си ре фа диез, си ре диез фа диез, си до диез фа диез, си ми фа диез. И вот сейчас, если ты сыграешь все эти аккорды, то мы послушаем, что получится. Да. Вот, понимаешь? Начинается Щуров. Вот. Нельзя забыть. И не только Вячеслав Михайлович вспоминается, потому что вот в эту квинту очень много может чего, как говорится, лечь. И скрипичного, и все духовные стихи под колесную лиру «Калик перехожих», они же тоже были на квинте. Более того, а сыграй теперь нам, пожалуйста, Шуберта. В левой руке «Ля ми», в правой руке «Ля ми», этой, кон, «Ля до си ре до, ля си соль». Сыграй нам. Вот, там же тоже квинта. И почему? Это в русском варианте вульгарном написано «шарманщик». Но на самом деле у Шуберта написано «der Lehrmann». «Der Lehrmann» – это лирник. Это лирник, у которого струны, по которым движется ремешок. Этот ремешок приводит звучание колесную лиру. И это отлично вписывается в природу. В природу. И хоть это... зимний путь, это холод, но все равно акустические особенности квинты, они прежде всего вызывают ощущение со степью. Хочешь только что хотел об этом сказать, да. Лен, это же целый букет герменевтика, да, тут мы уже начинаем толковать это в каких-то образах. Ну, квинта – это широта, да, это пространство. Вот у Хайдеггера есть понятие пространство, там у Хайдеггера степь. Пространство. О чем немцы мечтали, потому что поэтому они все время стремились захватить Россию, потому что там есть раум, раум, раум. Это вот такой раум. Это же просто, это совсем не то же самое, что кварт. Когда мы студентов учим сольфеджио, ну, у нас же есть и вот Литвиненко, да, Литвиненко,
профессор в Петербурге. Она тембровым сольфеджио занимается. Вот Марина Карасева немножко этим занимается в консерватории, да? Ну, это совершенно очевидно, что интервал – это не просто какое-то расстояние в каких-то там измеренные каких-то единицы. Да каждый интервал – это концепция. Это концепция и культурная, культурологическая концепция. Тут это же целая, это культурология, это уже, это Лихачев, и вот в таком смысле, да, теологическая концепция. А посмотришь, просто 5 нот, 4 ноты. Очень интересно, Лена. Я очень хотел с кем-нибудь об этом поговорить, а ты столько об я этом... Я тебе говорю. Еще давай про квинту, давай закончим, смотри. Давай, кроме давай. Того, что это степь, это еще и пустыня. Вот возьми левой рукой си фа диез, а правой рукой сыграй си ля диез, соль фа диез, ми, ре, до, ди, си. Но на квинте сыграй это. Ну, то есть, понимаешь, восточная специфика и восточная медитативность, она точно так же укладывается в рамки этой квинты. А если мы с тобой коснулись сольфеджио, я тебе хочу сказать, что, будучи ученицей Владимира Викторовича Кирюшина, который меня готовил еще в музыкальное училище, когда я не могу с ребенком добиться нормального извлечения ступени лада, я его сажаю на эту самую квинту. Я его заставляю петь и играть все ступени на квинте. Ре, до, си, фа, си, ми, ре, си, соль, фа, си. И вот чувствуя эту тонику, чувствуя эту устойчивость, эту квинтовую рамку, да, 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 все подпевки. Очень хорошая идея. Нам их не хватает, этих таких идей не хватает, потому что очень много студентов приходит, которые не могут спеть гамму. А это очень нормально, кстати, голосом регулировать высоту, это все, ну, это все в рабочем порядке проходит. Ну, как это объяснить? Это такой базовый уровень, да, Лен? Это же очень трудно. Понимаешь, любой базовый уровень, он возникает вследствие опыта человеческого, да, вот мы с тобой уже сколько десятилетий преподаем, даже не хочется вслух это говорить. Не хочется, да. Но еще и опыт исторический. Потому что греки, тот же Орфей, который играет на лире и кефаре, те же музыканты эпохи Возрождения, музыканты эпохи барокко, они имели колоссальный опыт и понятие строя. Вот строит, не строит. Ведь очень трудно строить чистые квинты. У меня на днях ученики на предмете истории исполнительского искусства, студенты, делали доклад о Яше Хефице. И показывали фрагментик фильма о нем, Яша Хейфиц, «Скрипач от Бога». И вот там он, слушая своих учеников, просит их сыграть гаммы. И оказывается, чтобы сыграть соль, бемоль, мажор на скрипке в октаву, нужно быть очень ушастым, потому что получается крайне фальшиво. Нам, пианистам, ну что такого, играть в октаву? Элементарно. Да? А вот струнникам... А вот струнникам, чтобы играть в октаву, надо очень хорошо потрудиться. И понимая это, Бородин, который создал вторую симфонию, он основную тему излагает в октаву. То есть это именно не унисон, а это октава разных музыкальных инструментов. Си, си, до, ми, ре, си, ре, си. Он нас заставляет служится в красоту своей мелодии, но он ее усиливает. Подобно тому, как мы можем что-то усилить зеркалами, если хочешь, да, расширить вот это пространство. И когда разнотембровые инструменты, которые относятся к группе духовых, к группе струнных, извлекают эту октаву, то при сочетании еще и тембров возникает удивительный объем, ясность и лаконичность. Очень а интересно. В сочетании квинты, то есть квинт, кварт, аккорд, да, си, фа, ди, си. Вот эта вот так называемая народная гармония, о которой ты заговорил, во-первых, она была выявлена сначала в трудовых артельных песнях, и это сделал не только Вячеслав Михайлович, это, в частности, делала еще песня енисейских лесосплавщиков. Сейчас не могу вспомнить автора, но принципиально была открыта вот эта гармония
гармония певцов из народа. Ну, кто такие бурлаки? Кто такие люди, которые валят лес? Но они рождали свою вот эту квинтовую гармонию. А потом ее отлично унаследовал Мусоргский. Потому что если мы возьмем, на кого ты нас покидаешь, ну, допустим, фа минор, фа, соль, фа, до, 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 си, ля, соль, фа, ля, ми, ми, фа, до, до. Там как раз первая гармония фа, до, фа, а потом вот этими унисонами. Гулкость площадей, гулкость пространства, четкость совершенно изложения мысли, почти императивная, она присутствует в этих интервалах, которые вроде лишены сладости. Потому что терции и сексты – это то, что сладко. А вот квинты и октавы, консонансы совершенные – это то, что необходимо. А необходимое не всегда бывает сладким и вкусным. Ну вот, вот так вот. Давай, неожиданно. Добавление к Царлину. Вот я все время цитирую Джозефу Царлину, который первым предложил, что для того, чтобы создать совершенную гармонию, нужно использовать несовершенные интервалы. Этого не было ни у Пифагора, ни у Платона, ни у десятков других теоретиков. Это он просто пришел к выводу, что перфекция должна содержать в себе имперфекцию, иначе она не будет выглядеть как перфекция. Но это, кстати, было, на самом деле, было. Я где-то, кто-то мне, в аспирантуре мне один профессор сказал, что как определяли, почему нельзя параллельные квинты допускать. А вот это другой вопрос, тоже касающийся квинты. Потому что квинта – это Бог. Это икона, на которой изображен Бог. Вот Иисус Христос, Он один там. Если два нарисовать на одной иконе, рядом друг с другом, вот это только Энди Уорхол делал в 20 веке, там у него Мадонна, там все эти бутылки все. Это такой диссонанс возникает в живописи, если ты поставил две фигуры божества, одно на другую. Поэтому для того, чтобы сделать так, чтобы можно было все-таки как-то другие квинты использовать, нужно сначала поставить туда несовершенство какое-то. Бог, несовершенство, Бог. Образ Бога, какое-то несовершенство, какое-то что-то, какая-то проблема и возвращение к Богу. Тогда можно, да, создается принцип трехчастной формы. А если вот так вот, то это получается, что два совершенства в ряду, в ряд, два совершенства одного ряда получается. Представляешь, какое объяснение параллельных квинт? Я всегда студентам своим говорю, они это очень хорошо просекают, потому что это, ну действительно, это поэтому так нельзя, потому что квинт это же ведь все наше все, это все наше все. А тут еще какая-то другая квинта приплетается. Я могу это даже сравнить с современной российской политикой, потому что вот когда вот мы тут воюем на Фейсбуке, эти за этих, те за этих, а эти говорят, вот скреп. А я сделал доклад такой, кстати, в Москве на конгрессе ОТМ. Там сидел Александр Сергеевич Соколов, он так удивился. Я говорю, вы знаете, ведь эти люди говорят, что ваши скрепы ни на что не годные. Почему? Потому что они свои скрепы предлагают. Это не то, что они хотят лишить Россию скреп, да, вот то, что президент сказал, скрепы. Они иронизируют, но у них у самих такие скрепы, такие скобки, такие болты, там все. То есть получается, что в одном пространстве два набора скреп не могут существовать. То есть это такое универсальное логическое объяснение, которое очень похоже на то, что ты говоришь. А что насчет терции, Лен? Вот ты говорила по Сокальскому дальше. Эпоха терции. Что так вот, эпоха такое? Терции, она наступает, собственно, с периодом европеизации России. В 17 веке мы очень многие вещи наследуем у Европы. Об этом достаточно много исследований у Юрия Всеволодовича Келдыша. Вот я на него опирался, да. Вот, именно про 17 век. Но посмотри, вот песни. Степь да степь кругом, сексточка. Пусть далек лежит в той степи глухой, внимание, замерзал. Три терции подряд. Ямщик или среди долины ровные. Это уже все. Две терции подряд.
И вот терция вместе с гомофонно-гармоническим стилем, которые в Россию приносят кант, романс, многоинструментальную музыку. Понимаешь, как построена тульская хромка? Левая рука тульской хромки – это, собственно, аккомпанемент, а правая, она и построена вся по терциям. Не гамма подряд, как на фортепиано. Ох, как интересно. То есть, если ты вот так вот будешь играть, ты будешь просто играть терции, да, в принципе? Просто терции. У меня просто есть тульская хромка. Да. Вот. И когда ты переводишь свое мышление, которое у тебя воспитано на гамме, на тульскую хромку, ты понимаешь, что тебе прям мозги твои закипают от того, что ты играешь на этой тульской хромке. Ну и это привело к появлению самых разных музыкальных инструментов, уже как бы других конструкций, соответственно, песен. Мы сейчас себе не представляем современную музыку на квинтах или квартах. Это уже сложно, да. Это уже сложно. Да, это же кварты, это уже эпический жанр практически. Вот я в деревне. И вот это унификация. Да, да. Унификация, которая происходит с 17 века, ты посмотри. Вот мы как получили романсы, да? У нас же вся эстрадная музыка, причем американская, европейская, российская, она вся на этом, она никуда в другую сторону не двинулась. Не может. Это засосало. Вот эта сладость терцовая. То есть заполнение квинты терцией. Ну, а если мы возьмем там эстраду и джаз, то добавим еще и еще одну терцию, у нас получится септаккорд или нон-аккорд. Дальше. А вот перейти к кварт-аккордам или квинт-аккордам может не всякий. Нет. У Мануэля де Фалье есть потрясающая обработка русской народной песни «Эй, ухнем». Вот там кварт-аккорды, секунд-кварт-аккорды, секунд-квинт-аккорды. То есть почти мы приближаемся к кластерам, но там нету этой сладостности. Зато у тебя возникает ощущение, как будто колокольный звон поднимается над землей, а так как европейские города, они все растут вверх, кажется, что этот колокольный звон, он растет вверх. Понимаешь, благодаря этим созвучиям, благодаря вот этой вот секундовой жесткости. Поэтому исторические процессы... Да. Я хочу сказать, что какие-то вещи, особенно когда ты наблюдаешь, они уже произошли. И понимаешь их неизбежность, то вот этот ряд кварта, квинта, терция, ты понимаешь, что он вполне оправдан. Хотя, может быть, и другая концепция, и антиконцепция. Очень красиво. Лен, я вот сейчас, я написал диссертацию в 2003 году, я тебе говорил, там, ну, это, так сказать, были такие споры между Валентиной Николаевной и Юрием Николаевичем. Это была докторская или кандидатская? Это PhD in Music Theory. В Калифорнийском университете я написал диссертацию под руководством Питера Вендентурна, Юрия Николаевича Холопова. Он вот не попал на страницу главную, потому что он уже, к сожалению, от нас ушел, а так по правилам нужно, чтобы он был живой, чтобы подписи его там стоял. И вот я написал, там огромный текст получился, формалистический подход, то, что к Юрию Николаевичу, ну ты помнишь, форма. И вот это вот произведение, целостные анализы, все самое. И я начал писать вступление к своей диссертации, ну, пошел по Келдышу, то я пришел к выводу, что это все, вот эти качели у нас были с самого начала, с 1034 года, с Остромирова и Евангелия. У нас была такая постоянная борьба между целостным подходом таким и европезированным, заимствованным от греков, еще не обязательно европейцев, которых мы очень часто называем партнерами. Но, в общем, были такие постоянно, была такая агональная, такое отношение, постоянно такая борьба такая красивая, конкуренция, скажем, концепции. И вот то, что там одно время было вот кварта, это было очень долго. Квартовый период длился очень долго. Ты согласишься со мной? Потому что Но не только у нас. И в культуре Средневековья, и в Европе. Да. Вот, и я разложил это все. А вот то, что ты говоришь про заимствование терции, например, это вот произошло, когда вот по Келдышу и по Мезенцу стали вводить Петровские реформы, все это. Чуть раньше. У нас в это время был Алексей Михайлович Тишайший. Алексей Михайлович. С чем это связано?
Это было связано с церковной реформой и со справой книг, которая происходила в 1651 году, когда вот из Европы к нам хлынули европейцы, они прежде всего хлынули в Новый Иерусалимский монастырь, и голландцы, поляки, евреи, украинцы, они двинулись туда, собственно говоря, с жаждой освоить многие вещи, освоить тела ботанический стих, акростих, начать писать духовные стихи, рифмованные, авторские. То есть там была такая, не знаю, зона творчества, просто творческая лаборатория. Очень активная, и вот тогда, через Польшу, этому способствовало еще присоединение Украины к России, 1654 год, вот, это все хлынуло в России, и оказалось, что и время, и человеческие уши были к этому подготовлены, потому что на смену, собственно говоря, средневековью шло возрождение, шло объемное понимание и архитектуры, портрет превращался, икона превращалась в парсуну, а потом в портрет, то есть все двигалось по пути объема, но объем квинтовый — это разные вещи, чем объем трезвучия. Да, да, но это уже поздняя стадия, как бы, да. Вот, очень, очень интересно, Лен, столько много всего можно еще обсуждать. Понятно. А Петровские реформы произошли позже. Это Петровские понятно. Кстати, реформы – это 1700-е и далее. 1700-е и далее, да. Да, но они тоже, они чего касались? Они касались того, что, во-первых, в полках должны были быть оркестры, полки и флот должны были петь. А что они пели? Они пели канты. Они пели канты либо в духе маршей. Это были всяческие панегирические, поэмные. Трехголосные произведения такие, да? Да, это должны были быть трехголосные произведения. А как ты? Что ты будешь двигаться сплошными параллельными квинтами и октавами? Нет. Ты будешь соединять трезвучия. Ты будешь сочинять контрапункты в других голосах. Кстати, поэтому там гармония очень интересная. В канте очень интересная гармония. Такая. Да. Но в любом случае, это вертикаль. Это на 90% вертикаль. Да. Это очень поэтому интересно. Петровские реформы, и связанные с архитектурой, и с воинским делом, они вели к другому. Да. Лен, я не знаю, насколько вот Раутледж сейчас они рассматривают. Вроде как согласились опубликовать, но нужно еще, чтобы кто-то еще почитал. Потому что этот материал настолько экзотичный, что... Это как-то, особенно русский сейчас ситуация, ты видишь, какая в мире. Мне очень трудно публиковать что-то такое оригинальное в языке оригинала. Вот здесь очень много у нас сейчас молодых людей есть, которые интересуются русской музыкой, среди американских коллег. Но они набрасывают на русскую музыку там Шенкер, Форд, что они здесь знают. У них своя парадигма здесь. А вот докопаться до таких сущностных вещей в культуре, которая, как сказать, искусственным образом изолирована сейчас, очень трудно. Я заметил, что в последнее время еще труднее стало. Говорили, что в советское время был железный занавес, а сейчас какой-то совсем другой занавес появился. Вот. И поэтому мне кажется, что, Лен, знаешь, что надо сделать? Надо вот это все на бумаге. Я бы сказал, что занавес — это ментальный, Ильдар. Он занавес гораздо более крутой, чем те были стенки, шминки. Все это мелочи. Какой сейчас барьер выстраивается в идеологии, в парадигме, все это окна Овертона, все это. Это все понятно. Но нам нужно, как в фильме «Музыка Зацепина», а нам все равно, нам нужно продолжать наше дело. А мы косим свою трын-траву. Вот, Лен, я должен уже бежать. Но ты знаешь... И всего тебе доброго! Ленск, большое спасибо. Большое спасибо, уважаемые зрители, слушатели. Пожалуйста, обратите внимание на это явление. Это же очень интересный такой вариант музыковедения, научного музыкознания, как бы наши профессора, педагоги сказали, который охватывает большие периоды времени. Можно, конечно, зациклиться на чем-то таком маленьком, там, сделать какой-то анализ чего-то такого, очень-очень точный, красивый, но нельзя никогда терять из виду контекст. А мы сегодня прошли от кварты к квинте и к терции, от терции, это же краска,
Я студентам говорю, смотрите, аккорд, вы говорите просто тоника. А теперь другой аккорд. А теперь третий аккорд. Это три совершенно разных аккорда. Я вам сыграл тоническое трезвучие, основной тон до. Вот, я их пытаюсь привлечь к этим, я не знаю, вот Валентина Николаевна называет это теорией содержания. Многим это не нравится, нравится или не нравится, но есть какие-то содержательные моменты в музыке, и мы их очень любим обсуждать, вне зависимости от принадлежности к той или иной группе. А еще будет лучше, если вы с ними это будете петь. Если ты кого-то попросишь спеть квинту, да. Особенно кто обладает низким красивым голосом мужским, и на эту квинту ты обопрешь какой-то высокий женский голос, то ты получишь очень интересную вещь, развитую в грузинской музыке. Вот эти параллельные квинты, которые исполняются в большой октаве низкими мужскими голосами, а наверху подголосок есть такое грузинское пение креманчули. И это необыкновенно красиво, это совершенно другие законы, это другая культура. Но это звучание гор. И вообще, в принципе, квинты – это вибрации земли. Это прекрасные вибрации земли и звезд. Поэтому я желаю всем уметь вибрировать на этих интонациях. Да. И хочу сказать, что тебя, наверное, не видно, но у тебя сегодня потрясающее освещение твоей комнаты. Вот от окна у тебя струится голубой свет, да. А за тобой в сторону арфы у тебя некий розовый луч. Да, розовый луч. Очень, очень красиво, очень художественно. Понимаешь? И спасибо вот это большое. Сочетание. Я эти книжки ставил там в таком порядке, чтобы... Нет, не в книжке дело. Вот у тебя потолок, где у тебя потолок, там такой, да? Розовый отцвет. Да, и квинта, это как раз и есть то самое. Мы радугу же можем разложить на 7 цветов, а звук-то мы раскладываем на обертоны. И вот это те самые краски, краски в звуке. Поэтому уметь их слышать, ощущать, радоваться им, пропускать эти вибрации через себя. Ибо каждый человек – это звучание. У человека есть 7 чакр, у человека есть позвоночник, и через этот позвоночник... Давай про чакры в следующий раз поговорим. Мы с мамой этим занимались так серьезно. Мы выступали в Дармском университете с нашими чакрами и в институте медицинской... Понимаешь, и в орган, и поющая чаша, которая вступает во взаимодействие с твоей физиологией, с твоими чакрами, это очень важная вещь. И вся культура северных народов, все варганы, они обращены на то, чтобы эти чакры чистить при помощи вибраций. Поэтому у каждого квинта и у каждого октава своя, ибо каждый имеет очень интересный настрой. И я буду очень рада с тобой в следующий раз поговорить, например, о колокольном звоне. И был такой Константин Сараджев, который мог почувствовать каждого человека, сколько он дает вибраций. И слышал гораздо больше, чем 12 ступеней в октаве. Я предлагаю на этом проститься. Хорошо, да, Леночка, большое спасибо. Спасибо всем. Вы увидите это все. Да, я выложу и другие видео, беседы наши. Вот очень интересное направление. Очень теоретическое, связанное с фольклором, с культурой. Просто замечательно. Спасибо всем. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. До свидания.